все готово к вбрасыванию. Рикес. Хосса. Он припечатан. Хосса. Бросает. Мимо цели. Бросает поворотом. Радула подобрал шайбу. Хосса. Выход один на один. Промахивается мимо ворот. Отправляется за ворота. Мощно бросает по воротам. Сапрыкин подхватывает свободную шайбу. Выход два в одного. Быстрый бросок. Слева. Вау, он промазал. Сапрыкину. И он просто переведет шайбу в среднюю зону. Стреляет по воротам. Деница отправляется за свои ворота. Быстро бросает. Фиксирует шайбу намертво. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Бросает шайбу. Он промазывает. Филпила. Выход два в одного. Перехватил шайбу. Гимае вбросил шайбу в чужую зону. Бросает без промедления. Бросок заблокирован. Чуточку, но все же мимо ворот. Федор. Он потерял шайбу. Он выбрасывает шайбу. Гимае. Судьи фиксируют проброс, как только шайба пересекла линию. Сбрасывание выигрывает московского ЦСКА. Он припечатан. Рыло. Принят на бедро. Выход один на один. Хелпи. Сделал сейк. Бросает изо всех сил. Здрасте, на трибунах серьезным образом накалились после такого удара. Ведь товарища попросту снесли. Дениса. Он забирает шайбу. Это Александр Фролов. Козлову. Бросок сходу в касание. Выход один на один. Бросает с неудобной стороны клюшки. И вот еще один стейк за воротами. Рейд. Выход один на один. Филпила. ЦСКА Москва находит шайбу. Бросает. Шайбой владеет московским ЦСКА. Федора. Расстреливает. Шайбу перехватил московским ЦСКА. Заряжает от души. И он зафиксировал шайбу в ожидании свистка арбитра. Сбрасывание выигрывает московского ЦСКА. Пас вперед. Радулову. Это Сандис Озоли. Он украл шайбу. Позади 20 минут, но счет заброшенным шайбом так и не открыт. Мы готовы к сбрасыванию. Рикес. Разрезает броском. ЦСКА Москва завладевает шайбу. Они готовятся к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает московского ЦСКА.
Хосса. Бросает шайбу. Это Олег Сапрыкин. Радулову. Выход 2-1. Рикес подбирает свободную шайбу. Хосса. Радулову. Стреляет. Он перехватил шайбу. Бросает. Вынесен. Сзади. Шайбой владеет московским ЦСКА. Бросил поблизости от ворот. Бросок с кисти. Принимает бросок на себя. Замораживает игру, зафиксировав шайбу. Они готовятся к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает московского ЦСКА. Передача Гимаеву. Выход 1-1. Бросает шайбу. Пятачка. Шайба в воротах. Счет голом наконец-то открыт посередине второй десятиминутки. Вот что происходит, когда игрок обладает хорошим хоккейным кругозором. Он выбрал прекрасное положение, чтобы добить эту шайбу. Рылову принят на бегу. И это офсайд. Игра вот-вот начнется. Принт. Судья готов к сбрасыванию. Принт. Он попросту отправляет шайбу далеко. Мощный бросок сходу. Судья готовится произвести удаление. Федоров будет отбывать наказание за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Квинт. Он запускает шайбу в чужую зону. Мощный кистевой бросок сходу. Сейчас состоится вбрасывание. Рикес бросает быстро. Судья назначает вбрасывание. Бросает шайбу. Заблокировано прямо перед воротами. Все готово к вбрасыванию. Щелчок. Попадает в игрока прямо перед воротами. ЦСКА Москва сейчас контролирует шайбу. Выход 2-1. Выстреливает. Шайбу контролирует московским ЦСКА. Федоров снова на льду, так что команды играют в полный состав. Бросает шайбу с пятачка. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Козлов выиграл вбрасывание. Он теряет шайбу. Быстро бросает шайбу. Александр, он взял да и выручил свою команду. И они по-прежнему ведут в счете в концовке второго периода. Бросил шайбу. Мы готовы к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает московского ЦСКА. Риддер. Шайбу получает московским ЦСКА. Бросает шайбу. Пяточка. Бросок и гол. Перед сиреной об окончании двух периодов счет вновь равный. Наш форвард сыграл очень умно. Он знал, что шайба будет отбита, и оказался около нее раньше всех. Истекает второй период, а на табло ничейный счет.
Им нужно прийти в себя, нужна красивая шайба, отбитый бросок. В общем, все, что может так или иначе поднять дух. Передача Морозову. Сильный бросок. Хелквист сделал сейв. О том, что на перерыв команды отправляются при ничейном счете 1-1. Они готовятся к вбрасыванию. Рикес. Вдоль борта. Точный бросок Скобе. И еще один сейв. Он притащил шайбу в центральную зону. По центру. Шайба перехвачена. Шайбу получает московским ЦСКА. Отправляется за свои ворота. Бросает от всей души. Он парирует и этот бросок. Сапрыкину. Радулу. Он отобрал шайбу. Линейный арбитр зафиксировал проброс, как только шайба пересекла линию. Бросок сходу в касание. Бросает. И еще один бросок. Они готовятся к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает московского ЦСКА. ЦСКА Москва подхватил шайбу. Мощный бросок сходу. Филфила. Он теряет шайбу. Он пасует шайбу Морозову. Разрезает бросок. Закон забрасывается на мысль. Сам вратарь ничего не мог сделать. Никогда не ждешь, что собственный игрок подложит такую свинью. Выигрывает вбрасывание. Он сумел оторваться от преследователей. Сильный бросок и точный. Козлову. И он переводит шайбу в зону соперника. Бросает от души. Пролом. Он пасует Козлову. Выход 1-1. Хелпи. Парирует шайбу щитком. Выход 1-1. Бросает шайбу. Григоренко. Бросает без промедления. Хелквист накрывает шайбу. Игра вот-вот начнется. Риддер выиграл вбрасывание. Бросает. Бросил в касание. Мимо цели. Бросает шайбу. Совсем не точно. Выход 1-1. Быстрый бросок. Поблизости от ворот. Федоров. Выход 1-1. Точно. Хелпи. Буквально запирает ворота. Стреляет. Вратарь спасает игру, Александр. Если бы он сейчас пропустил, вполне можно было бы тушить свет. Хелпи отразил шайбу. Рыло дотягивается до шайбы. Он потерял шайбу. Сапрыкину. Выход 1-1. Точный кистевой бросок сходу. ЦСКА Москва получил шайбу. Выход 2-1.
московским ЦСКА. Рейд Денисову. Бросает по воротам. Рейд через центр. Выход 2-1. Рейд. Рейд. Расстреливает. Чуточку, но все же мимо ворот. Хоца. Теперь с шайбой. Стреляет без промаха.